Всем привет, ребята! В последнее время все становится умным, и даже уже чайником можно управлять с помощью своего смартфона. Как раз сегодня у меня и будет обзор такого чайника Redmond. Умная техника редко радует дизайном, обычно она подкупает необычными возможностями. Но бывает и исключение. Новая модель из линейки Smart Home международного бренда Redmond необычная сама по себе, даже без учета смарт-функций. Умный чайник Redmond Sky Kettle G200S не просто умеет кипятить и нагревать воду, это первый умный чайник со встроенными спецэффектами. У Redmond Sky Kettle G200S есть подсветка, которая переливается всеми цветами радуги. Можно настроить подсветку, чтобы при нагревании цвет менялся от одного к другому. Бурлящая вода с подсветкой выглядит очень красиво, похоже на плазму. Новый умный чайник можно включать ручную, но гораздо интереснее управлять им со своего смартфона через приложение Ready for Sky для iOS и Android. При управлении через приложение доступно больше функций. Можно поставить температуру нагрева с точностью до градуса. Есть и защита от детей, блокировка кнопок, то есть чайник нельзя будет включить вручную. Это очень кстати, разноцветные пузыри наверняка привлекут внимание спиногрызов. Можно выставить точные настройки цвета музыки, выбрать частоту смены цветов, сами цвета подсветки. Есть даже режим лампы ночника, чтобы в свободное от нагрева воды время чайник работал в качестве декоративного светильника. По данным производителя, ближайшее обновление научит чайник менять цвет подсветки в такт музыки на смартфоне. Плюс в приложении появятся рецепты чаев, и даже можно будет заказать сам чай или очищенную воду. Все включено, что называется, но это все в будущем. А вот уже сейчас можно погреть воду, находясь где-нибудь в другом конце города. Чайником можно управлять через интернет. Для этого, правда, нужен еще один смартфон или планшет, который будет посредником. На него ставим программу Ready4S Gateway, нужен еще и доступ в интернет. Именно этот смартфон получает команды и передает их непосредственно чайнику по Bluetooth. Ну и пару слов о характеристиках самого чайника. Колба из закаленного стекла вмещает 2 литра воды. Это довольно много, хватит на 8 больших чашек чая. Подставка и ручка из термоустойчивого пластика. Все сделано добротно. Чайник держать в руке удобно, ручка не скользит, да и приличный объем колбы не напрягает. Носик удачной формы, вода не проливается мимо чашки. Чайник работает на мощности 2200 Вт. 2 литра кипятит за несколько минут. На ручке есть кнопка включения и регулировки температуры. Кстати, вода сохраняет заданную температуру 12 часов. Это удобно, не надо по 10 раз включать, выключать чайник. А то бывает, ставишь чайник, садишься за комп, забываешь. Когда вспоминаешь, что хотел попить чаю, вода уже холодная. Ставишь опять и так по кругу. С умным чайником Redmond такого не будет, в нем вода не остынет. Умный Redmond Sky Kettle G200S обойдется чуть дешевле 4000 рублей. Цена вполне обычного чайника. А тут еще и набор умных функций, управление с другого конца города или даже планеты. Плюс красивая большая колба и подсветка. Чайник привлекательный, гостей наверняка удивит. В целом получается выгодная покупка. Ну что ж, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока.